Подготовка к пленэру советы начинающим. Если вы решили поехать на дачу или в отпуск и хотите заодно попрактиковаться в живописи, то вам необходимо обязательно с собой иметь небольшой набор для пленэра. Для каждого художника это свой набор. Для меня, например, это скетчбук с профессиональной акварельной бумагой, несколько кисточек, желательно кисточек с резервуаром, и минимальный набор акварельных красок. Туда должны обязательно входить охра, желтый, красный, синий, кобальт и ультрамарин желательно, умбра, черный цвет. Чем больше зеленых оттенков, тем лучше. Если вы собираетесь поехать на море, там, вы можете взять побольше синих оттенков. Далее, серый. Можно взять сиену и взять какой-то яркий цвет, который вам нравится. Например, бирюза и фиолетовый. Если вам понравилось наше видео и вы хотите узнать больше полезных советов, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.